23 мая в администрации муниципального образования город Хасавюрт состоялось собрание членов антинаркотической комиссии города Хасавюрт. Под председательством секретаря комиссии, заместителя главы администрации по идеологической работе и общественной безопасности Хайбулы Умарова. На повестке дня стояли вопросы взаимодействия структурных органов местного самоуправления со студенческими, молодежными и общественными организациями, а также волонтерскими объединениями в сфере профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни. По данному вопросу главным докладчиком выступила Асият Асланалиева. Проводится по профилактике наркомании, в частности, во всех учебных заведениях, а их у нас на сегодняшний день в городе 5 колледжей и одно высшее учебное заведение, провели в течение 2015 года, если затрагивать 2015 год, очень много встреч, и это были встречи с наркологом, это были круглые столы. И июня мы запланировали также акцию, это Международный день без наркотиков, провести с раздачей флаеров, стикеров и так далее. Исполняющий обязанности начальника Хасавюртовского межрайонного отдела Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков Гаджимурад Дамаданов доложил о формировании регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и социализации наркопотребителей на территории города Хасавюрт. В целях реализации решения ГАК определен перечень лечебных учреждений, полномочный осуществлять курс лечения от наркомании, на которую судом возложена такая обязанность. Проводится определенная работа по модернизации наркологической службы. Завершено у нас в городе Кизляре, функционирует наркологический диспансер где-то на 40 коек. Также в Махачкале функционирует Центр психологической и педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. По итогам собрания были приняты решения по соответствующим поручениям. В частности, отделу по делам молодежи и туризму, а также главному специалисту комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав усилить профилактическую работу по наркомании среди подростков и молодежи, активизировать индивидуально-профилактическую работу с несовершеннолетними, которые находятся в социально опасном положении. С мая по август 2016 года отделу по спорту и молодежи разработать совместный план мероприятий по организации занятости детей и подростков в летний период. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».